Мы едем по дороге грунтовой вдоль БАМа. Здесь начинается БАМ. От города Усть-Кут, где мы ночевали, километров 5 идет асфальт, а дальше вот такая вот дорога. Сказали, всяко разно будет. Пока вот такая всяко разно. Позволяет ехать со скоростью 80 км в час. Через километров, наверное, 100 с небольшим будет поселок Магистральный. Там должен быть бензин, по слухам. До севера Байкальск. Отрезок Кунерма, Северо-Байкальск. Не доезжая перевала Дабан. До конечной точки маршрута 74 километра. Скорость 20 километров в час. Ну говори, это вот наша дорога. Перегородили нам ее. Разлился ручей. Это не ручей разбился, это просто брод. А, это просто брод. Эта дорога идет вброд. Вот там, походу, мост какой-то был. Его аннулировали. Просто дорога идет вброд. И все, нормально. Какие проблемы-то? Мы прибыли. Это Северо-Байкальск. Конечная точка нашего маршрута. Там же Байкал. Вот да. Этот огромный, огромный синий за городом, это Байкал.